Что мне нравится именно в данной ярмарке недвижимости? В первую очередь, это местонахождение, очень удобное для многих клиентов. Это центр города, и я думаю, что всем легко до него достаточно добраться. Сегодня проходит в Казмедиа-центре. Это, я думаю, по локации один из самых лучших выгодных решений было от компании Homesters, потому что здесь нету случайных людей, как в Меги. Здесь достаточно широкая площадь размещения. Никто друг другу не мешает, поэтому локация у всех на слуху. Казмедиа все знают. Этот именно район, он как раз-таки самый, наверное, удачный, потому что расположение именно в центре, между правым и, грубо говоря, левым берегом, сейчас это большое преимущество для ярмарки. Мне кажется, такая локация более актуальна. Сюда идут люди непосредственно за недвижимостью. Сейчас, получается, на рынке идет большой спрос на недвижимость разного сегмента, поэтому именно такого рода выставка, она как раз людям помогает найти именно то, что они искали. Подошел к каждому столу, потратил буквально там 10-15 минут, но зато ты уходишь с кипа информации, и уже в понедельник, грубо говоря, клиенты с выбором приходят к застройщику и начинают уже либо покупать, либо бронировать квартиры. Однозначно полезен. Именно эта ярмарка это показала еще раз нам. Есть определенно заинтересованные клиенты, отклик, и мы ждем новых покупателей у себя в отделе продаж. Как для застройщика это очень хороший формат, потому что мы видим своих конкурентов в первую очередь, получаем огромную аудиторию в виде пользователей Homesters. Плюс это, конечно же, опыт для наших менеджеров в виде экспресс-консультаций и выявления потребностей в короткое время. То, что сейчас здесь участвуют еще и банки-партнеры, это очень удобно. Компания Homesters, то есть ваша компания предусмотрела все, что необходимо для клиента, чтобы, придя сюда, он мог одновременно и проконсультироваться у банковского менеджера, получить консультацию и найти сразу же в одном месте от нескольких застройщиков предложение и выбрать уже что-то свое. Польза как для нас, как для застройщика, колоссальна. Во всяком случае, для жилого комплекса Goldland мы заявляем о себе аудитории. А второй момент – это то, что нетворкинг между застройщиками, а также между банками, партнерами для нас, как для готовых квартир, данных в эксплуатацию, очень важно именно сейчас, на данном этапе. Потому что мы только начали продажи, и банки-партнеры нам очень помогают в реализации жилого комплекса. Сегодня можно в данном мероприятии не просто ознакомиться с застройщиками, а посмотреть, в каких ЖК можно приобрести готовые квартиры и сразу же моментально подать в Freedom Bank заявку и получить за считанные минуты одобрения. Ярмарка недвижимости – это большая возможность, уникальная возможность для нас, как для застройщика, найти свою целевую аудиторию, увеличить продажи. На данной площадке мы можем не только консультировать клиентами, а также знакомиться с новыми строительными компаниями. Для нас очень важно, во-первых, познакомить рынок с новым видом продукта, во-вторых, в любом случае собрать определенную базу контактов. Все люди, которые заинтересованы в приобретении жилья, это наши потенциальные клиенты. Третий или четвертый раз участвуем именно на ярмарке недвижимости от Homesters. Конечно, есть основные игроки, которые ежегодно, то есть стараются тоже не пропускать, но помимо них каждый год мы также видим новых участников рынка. Мы очень рады видеть такую здесь живую конкуренцию, потому что для строительных компаний это дает стимул для того, чтобы каждый раз улучшать свой жилой комплекс. В этом году мы впервые приняли участие в данной выставке команды Homesters, за что безмерно благодарны. Хотя мы уже участвовали не первый раз, уже какой раз уже я не помню, честно говоря. И с каждым разом участие в ярмарке, которую выдает нам Homesters, мы становимся более и более знаменитыми. Спасибо вам за это. Многие с нами знакомы, но мы на ярмарке недвижимости, чтобы еще раз о себе напомнить и привлечь новых, естественно, клиентов. Очень часто к нам подходят и говорят: «Алинекс, вас же знают, ну, мол, зачем вы здесь?» Ну, я считаю, что любое лишнее упоминание и показаться на людях – это всегда плюс имиджу компании и бренда. Большая клиентоориентированность – это самое главное, что идет большой поток людей, которые узнают нашу компанию, наши ЖК. Как раз на этих мероприятиях и удобно консультировать, потому что здесь приходят клиенты именно, которые выбирают квартиру, жилые комплексы. Люди сюда приходят заинтересованные,
которые уже не первый, может быть, даже год ищут какую-то недвижимость. Ну, как минимум на 80-85% заинтересованы лица. Здесь большой плюс, что люди целенаправленно приходят, заинтересованные покупкой, и приходят за недвижимостью, да, есть целенаправленные вопросы, спрос. Есть и брони, которые мы уже ставим. Та самая теплая аудитория, которую мы ждали, она находится здесь. С первых часов участия у нас уже проходят показы. Менеджеры выезжают сразу же на показы, и меня это не может не радовать. Здесь чисто выжимка именно заинтересованных клиентов, целевая аудитория наша именно по рынку недвижимости. Это очень круто, это хорошее решение было. Большое количество клиентов, которые заинтересованы в ипотечном кредитовании, поэтому Халык-банк достаточно большое количество клиентов успел проконсультировать и запустить заявки. Сегодняшним количеством потока клиентов мы едва ли справлялись, потому что люди, как только ярмарка открылась, просто большим количеством, толпой приходили, стояли в очереди. Вчера просто на глаз, если посмотреть, я думаю, что было не менее 700 человек. И, ну, конечно, это принесет определенный эффект даже нашей компании. Буквально за вчерашний день, наверное, порядка более 300 посетителей получили консультацию. Из них более 100 посетителей получили одобрение уже на получение ипотеки по госпрограмме 7-20-25. Ну, первое ожидание – это, конечно, хорошие сделки, побольше целевых клиентов и узнаваемость компании. Какие ожидания, честно говоря, это больше заключенных договоров, больше узнаваемости. Завтра еще один день проведения мероприятия, ждем наших клиентов. В ярмарке недвижимости от Homestars мы каждый раз участвуем. Команда Homestars известна и уважаема на рынке недвижимости Астаны. Мы сотрудничаем просто уже много лет с вами, с Homestars. Все так масштабно, красиво, удобно. Организация, мы очень довольны. На самом деле все вопросы решаются достаточно оперативно. Ничего не оставляется на само пройдет. Ну, компанию Homestars мы знаем не первый год. Как всегда, все на высшем уровне. Выставка очень хорошо организована. Хорошая посещаемость, хорошее медиасопровождение. Мне нравится то, что сейчас происходит на самом деле. Да, выставка очень-очень классная. Самое главное для нас – это большой интерес от аудитории. На самом деле большой интерес, и он искренний. Вы знаете, все прошло на уровне. Поздравляю вас с таким проведением. Можно проводить почаще, это два раза в год. Рынок недвижимости в Астане развивается очень высокими темпами. Это будет очень полезно, чтобы развить свой бренд и почувствовать вот эту аудиторию и конкуренцию среди застройщиков. Будем рады новым предложениям. Если будут какие-то новые локации, новое время проведения, будем рады сотрудничеству. Так как компания у нас только набирает обороты, да, в планах у нас еще несколько проектов, и мы планируем в дальнейшем во всех ваших выставках также принимать участие. Мы хотим в дальнейшем участвовать как генеральные партнеры, и мы хотим, чтобы наше сотрудничество еще выросло на высокий уровень и стать генеральными партнерами по выставке, и взять побольше павильон, потому что у нас планируется много объектов на следующий календарный год и на этот год. Участвовать мы будем, такую же качественную аудиторию, такую же эффективную работу. Развитие, побольше сделок и оставаться такими же лидерами своей отрасли. Успехов и удачи в проведении таких мероприятий. До новых встреч!